Для Видненского футбольного клуба, основанного всего 2 года назад, это уже 2-й матч в рамках первенства России по футболу. На этот раз его соперником стала команда из Калуги. К началу игры настроение у наших ребят было довольно боевое. Победа любой ценой для нас очень важна, поэтому будет очень хорошая, захватывающая игра сегодня. А вот с погодой в этот день явно не повезло. Футболистам пришлось играть под холодным, моросящим дождем. В первом тайме счет открыли видновчане, отличился нападающий Михаил Жабкин. Гол красивый вообще забил с правого края, там почти с угла штрафной. Так что прекрасно. Болею за Видное. Хочу, чтобы Видное было... Город, чтобы был футбольный. Играют хорошо пока. Да, пока выигрываем. Затем инициативу перехватила команда Калуги и провела серию результативных атак. Футболистов активно поддерживали болельщики. В результате матч закончился со счетом 1-4 в пользу гостей. Футболисты сегодня показали характер, они молодцы. Во втором тайме, на мой взгляд, мы доминировали, забили отличных 4 гола. И еще были моменты для того, чтобы реализовать свое преимущество. Но в целом, конечно, и результатом, и качеством игры мы довольны. Не хватило физических кондиций, я считаю. Команда под конец расклеилась. Очень печально. Но, тем не менее, исход встречи сегодня такой. Будем работать, потому что команда у нас практически новая, со второго круга, еще не совсем сыгранная. Впереди у наших футболистов встреча с командами из Тулы и Южно-Сахалинска. Верим, что ребята еще отыграются. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Довлятова, Видное ТВ.